Водители больших грузов часто отправляются в рейс на дальние расстояния. Пытаясь побыстрее добраться до пункта назначения, многие из них преодолевают сонное состояние, что впоследствии может привести к ДТП. В целях информирования водителей об опасности управления транспортным средством в утомленном виде сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Грузовик». У нас есть специальные листовочки с QR-кодом, на которые мы просим водителей навести свои мобильные телефоны. И в приложении открываются листовки, напоминающие о правилах труда и отдыха наших водителей. Дальнобойщики поддерживают проведение такой акции. Я думаю, почаще нужно таких рейдов, поэтому для нашей же безопасности это, я думаю, в порядке вещей. Приятно, наверное, надо чаще это делать. Помните, чтобы успешно довести груз, необходимо перед дорогой отдохнуть, проверить здоровье, заранее отметить пункты отдыха на карте. Максимальное время в пути должно составлять не более 9 часов в день, с перерывами от 15 до 30 минут. И не переусердствовать за рулем. Потому что не спать – это страшно. Дорога не прощает ошибок. Сотрудники госавтоинспекции будут и дальше проводить разные профилактические рейды для того, чтобы сделать безопасным движение на дорогах муниципалитета. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.